This is my and Emily's little boy, little Shawnee, Shawnee Jr. Isn't he so cute? He looks just like me, don't he? Yeah, him looks just like his daddy. We made a beautiful kid. Emily, we did it. Добрый вечер, друзья. Не добрый вечер, нет, другие. Много разгневных комментов под этим коротеньким видео. Ну, мужик купил себе резиновую жену. Ну, на мясную, значит, денег не было. Завели они ребеночка. По-моему, он стебется про ребеночка и говорит, что кьют, симпатичный, похож, говорит, на меня, говорит. Кстати, только позавчера закончился последний, четвертый сезон сериала «Дом с прислугой», где в основе как раз вот история с этим реборном, с такой куклой. Это с конца 90-х мода пошла в Соединенных Штатах на эти куклы реборны. Ну, такие младенцы пластиковые или там из латекса, выполненные с максимальной реалистичностью. Но песня совсем не о том. Меня это видео как-то, ну так, озадачило, до раздражения не вызвало. Там, не знаю, какой-нибудь клип с танцующими пидорасами вызывает гораздо больше недоумения у меня. Хотя все это звенья одной цепи. Вот все вот это. Насаждение ЛГБТ, вот эти реборны, разрушение института брака на Западе, атомизация общества. Говорил уже, что в Канаде там, по-моему, 75 тысяч канадских долларов выдают каждому чиновнику, который захочет сменить пол. Ну, спонсируют это. Ну, чтобы он отрезал письку. Ну, или пришил письку в случае, если это чиновница. Это все делается для того, чтобы люди перестали размножаться. И послушайте Чубайс. Я оставлю там коротенькое его выступление, блин, фрагмент из масштабного выступления. Население Земли необходимо сократить. У нас сейчас 8 миллиардов, в 70-е годы было 3. Вот так вот мы размножаемся. Что с этим надо делать? Бесспорно. Вот просто бессмысленно спорить. Но я просто думаю, как бы еще сделать так, чтобы таких было меньше, как Чубайс. Вот как бы их сократить. Когда я говорю таких, я не разжигаю. Я не имею в виду рыжих. Я не имею в виду евреев. Я не имею в виду жуликов. Я имею в виду таких Чубайсов, которые считают, что они знают, как надо поступать с человечеством. И не спрашивая нас, вот это делают. Я оставлю и фрагмент с выступлением Чубайса, и пассаж своей беседы с Жириновским про Чубайса, и тизер первого сезона этого сериала, который позавчера закончился, «Дом с прислугой». Ну и, конечно, куда там без танцующих пидорасов не обойдемся. Лен? Лен Грейсон? Здравствуйте, миссис Тернер. Привет, я Шон. Рада знакомству, мистер Тернер. Красивый у вас дом. От режиссера М. Найта Шьямалана. Она просто находка. Не знаю, я ожидал женщину постарше, не такую странную. Надеемся, ты будешь чувствовать себя как дома. Я уверена, ты сразу понравишься Джерика. Ее все устраивает? Она знает о происходящем? Думаю, нам надо поговорить. Она ушла. Можешь это положить.
Все в порядке, мистер Тернер? Мы потеряли Джерико в 13 недель. Дороти тяжело это перенесла. Эта штука вернула ее к жизни. Я пойду погуляю с Джерико. Вы наняли няню для куклы? Где вы ее нашли? Она отлично ладит с Джерико. Если мой ребенок ей доверяет, то и я тоже. Что они тебе рассказали о случившемся? А если она очнется? Если все вспомнит? Вы знаете, кого вы пригласили к себе в дом? Прислуга. 28 ноября. На Керп ТВ. В самом большом разбросе мнений экспертов, ученых, аналитиков, сегодня абсолютный консенсус прогноз состоит в том, что в 21 веке продление трендов 20-го немыслимо. Этого быть не может просто потому, что физические пределы существуют у ресурсов, всех видов ресурсов на нашей планете Земля. Это означает, что сценарий продолжения роста исключен. Такого сценария в той же динамике, которая сложилась и нам известна, и с этой динамикой мы провели всю свою жизнь, этой динамики больше нет и быть не может. Единственный сценарий, который нам предстоит, это сценарий, близкий к катастрофическому. Ну, представьте себе, здесь кривая такая условная, но по сути речь идет о том, что численность населения земного шара, вот с тех самых 7 миллиардов, которые на этой неделе будут достигнуты, к концу века должна снизиться до 2,5-2 или даже 1,5 миллиардов человек. И наша страна способна внести реальный вклад в решение этих беспрецедентных вызовов. Спасибо за внимание. Угу. Вас ненавидят. С вашими Зюгановыми, Навальными и прочими демократами. Ваши Гайдары, Чубайсы и прочее. Ну, Гайдара, кстати, Гайдара в живых-то уже нету. Ну и что, слава богу, ведь у него совесть есть. Понимаете, у человека была совесть, и он умер, ему было 56 лет. Ельцин умер, совесть есть. У русских людей есть такое чувство, совесть. Они поняли, что натворили. Наглец, хам, Чубайс. Так. Вот это вот только арестовывать. Прямо в кабинете.